еще не передумал? Предпочел бы иметь пушку. Не потребуется. Ради собственного спокойствия. Флинн, это просто музейная охрана. И мы знаем ее расположение. Спокойно. Спокойно? Спокойно. Ты представляешь себе турецкую тюрьму? Ты понимаешь, что нас просто запрут и выбросят чертов ключ? Надеюсь, тебе это понятно? Лучше, чем тебе. Может, тебе и нравится такая перспектива, мне нет. Мы не можем допустить ошибку и не допустим. Это здесь. Сюда. Так что, если мы нарвемся на патруль? Тогда и разберемся. То есть, куда кривая вывезет? Это называется импровизировать. Ах, вот оно что. У меня гибкое мышление. Мышление? Вот ведь самомнение. Вот. Что я вам говорил? Вон там мы проберемся, прямо к музею. Ну, будем надеяться. Тебе стоит больше доверять мне. Ладно, я пойду вот здесь. Помните, эта башня — единственный путь в музей. Но сначала надо погасить прожекторы. Разберемся. Электричество надо отрубить раньше, чем мы дойдем до второго двора. Будет сделано. Я буду ждать в машине в условленном месте. Главное, чтобы все успели вовремя унести ноги. Постараемся. Хватит болтать. За дело. Хлоя, увидимся на той стороне. Жду не дождусь. Ты точно знаешь, куда идти? Разумеется, знаю. Ты что, разве не любишь бегать в мокрых джинсах? Как в старые добрые времена. Да. А когда это было? Постой. Здесь тупик. Мы, наверное, не туда свернули. Эй, готов поспорить. Это путь прямо в котельную. А это уже музей. Эй, да, Флинн, круто. Что? Эй, да, Флинн. О чем ты? Просто подсади меня. Поехали. Спасибо. Почти пришли. Готов? Храбрецам у нас дорога. Поехали. Порядок. Дотянись до лестницы. Вот, я сбросил тебе лестницу. Так, здесь можно пройти во двор. Так, этим путем мы не пойдем, если не хотим свариться заживо. Так, где-то тут должен быть запорный клапан. Ну так поищи его. Готово.
Так, тут за углом должна быть дверь. Тут мы и войдем. Когда войдем, строго следуем плану, ясно? Скучал по приключениям? То как же. Заперто. Как знал, что понадобится. Я умею ковыряться не только в носу. Стой! Сигнализация. Вроде раньше ее не было. Класс. И что теперь? Можно отключить, если найти распределительную коробку. Должна быть где-то здесь. Вот должно сработать. Так, мы на месте. Я сам. Сладких снов. Вон башня. Да. Но влезть можно только через крышу, а до нее еще надо добраться. Надо пройти в соседний двор, через вон те ворота. Тогда идем. Надо подняться на балкон. Можно перелезть через ворота. Понял. Gece vardiyasında çalışmaktan nefret ediyorum. Çort. Haklısın abi. Второй готов. Hiçbir şey olmuyor. Vardiyan ne zaman bitiyor? Daha çok olsun. 15 dakikaya kadar bitiyor. Ну уже, чего ты ждешь? İşler nasıl bu aralar? Мы почти на месте. Я направо, ты налево. Орда. Надо будет поднять их и проскочить. Эй, эй, не спеши. Сигнализация. О, черт. Отключишь ее? Жди здесь. Все, отключил. Ладно. Раз, два, три. Давай. Ну как? Скорее. Нормально. Давай. Да скорее ты. Тише. Фу.
Ладно, теперь надо пересечь двор и влезть на крышу. Ладно, хочешь надрать им задницу, я не против. Конечно. Фонтану. Теперь надо придумать, как добраться до окна. Какого окна? Тут много окон. Что теперь? Полковник Кольт уравняет права. Гениально. Пушки? Ты рехнулся? Расслабься, всего лишь транквилизаторы. Совершенно безвредны. Твоя совесть будет абсолютно чиста. Ну ладно. Так, теперь слушай меня. Дальность стрельбы у них не фонтан, так что бить надо в упор. Ты понял меня? Я умею стрелять, умник. Ладно. Ладно, давай займемся ими. Bu kutular ya bizim taşımamızı beklemiyorlar umarım. Bu bizim görevimiz değil ki. Bunlar ne ki zaten? Eski sergiden kalan eşyalar. Нам надо на ту площадку. Должно помочь. О, это пойдет. Осталось найти лошадь. Влезем на крышу по тем стропилам, если доберемся до них. Хоть кто-то из нас запасливый. Лови. Вперед. Эй! Эллар, юхоре! Эллар! Спасибо, друг. Давай. Ладно, ладно, иду. В следующий раз я поеду на лифте. Вот башня. Совсем недалеко. Это я и сам понял, умник. Не смотреть вниз. Не смотреть, не смотреть.
Ferit'e ne oldu? O mu? O artık gündüz vardiyasında çalışıyor. Memnun muymuş? Mutluymuş, öyle dedi. Geldi, uydu. Ama ben kişisel olarak turistlerle bakmaktayım. Держи меня! Толстеешь, приятель! О, черт, чуть не сорвался. Можешь забыть о пончиках. Ладно, я справлюсь. Еще раз. Лезь наверх. Я следом. Как обычно. Под тобой охранник, охранник! Там внизу охранник, охранник! Да, классный вид. Я вижу твой дом. Не стой на месте. Почти на месте. Да, почему не вырублен свет? Хлоя справится, не сомневайся. Освещена, ближе мы не подберемся. Что она там делает? Давай, Хлоя. Умница моя. Так, можем идти. Дамы, вперед. Ха, прелесть. Поехали.